it. It's for me? Yes. You sure? Yes, yes. Oh, thank you. Thank you. Добрый день. Здравствуйте. Консьерж? Да, чем могу помочь? Это означает, я могу принести все, что я хочу? В принципе, да. А можно мне, пожалуйста, ручку? Да, конечно, вам какую? Синюю, черную? А можно черную? Да, пожалуйста. А не будет ли у вас принца? Да. Электрика. Пожалуйста. Электробинка. Электро. Шапки у вас не будет? Шапки? Да. Конечно. Дайте мне нож. Нож? Извини. Я хочу зайчика. Зайчика? Да, я хочу плюшевого зайчика. Хорошо. Зайчик? Плюшевый. Знаете что? Дайте мне обувь. Детскую. Одну штучку. Обувь детскую? Да, я хочу обувь детскую. Одну штучку. Подойдет? Знаете, у вас плохо убираться в номерах. Я хочу пылесос. Я сам буду убираться все в номере. Ну, как пожелаете. Да, пожалуйста. Эх, хоть бы вы меня куда-нибудь отвезли раз, что ли. So, where are we going today? Если бы я мог читать чужие мысли, да, очень бы этого хотелось. Так, что же мне нужно было купить? Лосьон для тела у меня есть, пилочка для ногтей у меня есть. Ах, да, точно, крем для рук. Куплю крем для рук. Voice in the streets, yallin', chicka man be ballin', yes, yallin', chicka man be ballin', yes, yallin', chicka man be ballin', yes, yes, yes. I take you to the candy shop, I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop, keep going till you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. Yeah. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней вселенной России. To stay, sir. Okay. Did you like staying in our hotel, sir? Is there anything else that I can assist you? Let me take a walk, please.
встречи.